Все. Все. Все кончено. Все кончено, блядь. Да ребята, уебитесь вы. Всем привет, друзья, с вами Айс. Сегодня мы будем продолжать играть в Forza Motorsport 7, чемпионат претендентов. Сегодня мы будем выступать в соревновании под названием Seeker Open. Выступать мы будем на машине 1972 года Хуниган Chevrolet Napalm Nova. Начинаем мы наш первый заезд в Германии. Сейчас буду привыкать потихонечку к новой тачке, к управлению. Потому что все-таки оно здесь отличается. Ох, чуть не поддели меня. Не специально я столкнулся с ним, меня жопа чуть-чуть меня снесло. Вот так. Пока на шестом, но еще целых два круга. Смотрите, какая здоровая трибуна справа по курсу. Ой-ой-ой, как бы не потерять сейчас. Очень нестабильно чувствует себя автомобиль. Приспускать начинаю. И уже четвертые. Жесть, вот этот парень просто уехал. И это тоже на таком же, кстати, тоже это Мустанг, по-моему, да? Если я не прав, поправьте меня в комментариях. По-моему, Мустанг. Я думаю, он может просто сейчас стать первым вот этот вот Селс 81 года. Мы вышли тем временем на третье место. Ой-ой-ой, как вот здесь начинает крутить нехило, а? Действительно, прям очень плохо чувствуется тачка именно вот в этих поворотах последних. Да, лидеры очень серьезно оторвались. И я не знаю, смогу ли я по такой погоде к ним приблизиться. Конечно, постараемся, но я не думаю, что получится. Не удивлюсь, если Мустанг на первом месте. Вообще не удивлюсь. Во, камера справа работает, видели? Просто вот как стоячего, вот как мне с ним бороться? Он просто уезжает от меня. Мне кажется, здесь очень серьезное превосходство у Мустанга. Но, может быть, на других трассах он не будет так быстр. Кто его знает. Но пока что он очень быстр и очень хорош. Последние связки поворотов
остаются у нас перед завершением первого этапа. К сожалению, походу... Давай четвертым хотя бы приди. Вот так так. Как внезапно-то меня, а? Да, это очень... Вот именно здесь почему-то такая тема. Может быть, сюда вода стекает как-то, я не знаю. Но вот тут я просто... И вы видите, как медленно я еду? Это потому что я чувствую, что болид просто аквапланирует. Да, четвертая позиция. Лучше не могло быть, я так считаю. Второй этап проходит в... на трассе Америка. Стартуем 11. Походу, здесь всегда в этой игре мы стартуем 11. Мне так кажется, по крайней мере. По тормозам даем. Выкручиваем руль. Да чтоб тебя! Как он нас замедлил, а? Вот этот парень. Кстати, на схожей. На схожей машине. Оо! Ну это пиздец! Это пиздец, чувак! А почему? Что такое, повреждение, что ли? Не понял я, почему прожалось. Не понял, почему прожалась пауза. Блять. Да, вот на этой тачке очень интересно гонять на в Америке. И, конечно, по-хорошему надо было, наверное, перезапустить гонку, но... Ладно, поборемся. Может быть, сможем добраться до призовых мест. И это будет более зрелищно, чем если бы мы перезапустили. Пока что не очень получается, на самом деле. Очень убого получается, на самом деле. Еще два круга. Но на прямой мы их делаем. Да, наша тачка создана для прямых. Неплохо вошли в этот поворот. Мне нравится, в этот тоже неплохо вошли. Давай же. Тринадцатый. Пользуемся слипстримом, если он тут вообще есть в этой игре. И отправляемся на последний круг. Неплохо.
Неплохо. Неплохо, кстати, уже на 7-й позиции. Вовсю борьба. Да, я думаю, уже выше мы не успеем подняться. Вот из-за этой борьбы. А впереди ребята борются, кстати. Седьмые. Авария в начале. Вот это то, что меня поддели, очень сыграло свою роль. И, к сожалению, это максимум, который я смог выжать из этой тачки. 7-я позиция. Наш третий этап. На этой трассе мы уже ездили, и на Ford Mustang мы показывали здесь хороший результат. Если не ошибаюсь, мы выиграли. Надо сейчас попробовать сделать что-то то же самое, что-то подобное. Тоже попытаться выиграть. Жесткое торможение. Давай, выпрями нас. Во. Ну куда ты? Куда ты меня выбиваешь? Да, ребята прям... борются на всех парах, надо заметить. Но мы тоже не лыком шиты. Вот так. Десятые. Ой-ой-ой-ой. Так, пока все хорошо. Продолжаем быть десятыми. Торможение. Довольно серьезное. Ох, и вот нас цепляют. Остаемся десятыми. Но отрывчик, конечно, появился. Вы видели, как Мустанг просто сравнялся с ними? Он за одну прямую догнал их. Мустанги творят чудеса. А, нет, по-моему, не Мустанг. Ну, что-то похоже на него. Не, Мустанг вроде. Но они очень быстрые. Эти ребята очень быстрые. Причем я вроде особо-то не косячу, а все равно ребята... им удается уехать. Может, моя машина не так хороша? Не знаю. Во, давай! Давай! Хорош. Мы сейчас очень серьезную работу провели. Вот так, да. Как мне нравится выкручивать руль-то по 900 градусов, а, в этих поворотах. Такое классное ощущение. А вот здесь мне очень нравится выкручивать руль. Потому что я пытаюсь не отпускать его, то есть не перекручивать, хотя там надо небольшой перекрут допустить. Но я этого не делаю, мне приходится прям, ну, гораздо серьезнее наклоняться, что ли, в сторону поворота самому. Но я думаю, у нас еще есть шанс одно место отыграть, я думаю, как минимум точно. Отправляемся на последний круг. Может быть, два отыграем, кто знает. Как нас понесло-то, а? Торможение.
Давай, давай, шестая позиция. Надо отыграть шестую хотя бы. Crazy Legs. Такой же парень, как и я, на такой же тачке. Давай вот ты не будешь Crazy Legs выебываться. И мы с тобой будем друзьями, блядь. Сука, ты говно, блядь, Crazy Legs, ты говно. Заебись, заебись, мне нравится этот финиш, мне нравится, всю гонку я ехал, чтобы припиздюхать последним, шикарная гонка, мне просто, это очень нравится, это замечательный результат, замечательный, 10 из 10, нет слов, 10 из 10. Итак, у нас последний этап в Рио-де-Жанейро. Не помню эту трассу, значит, скорее всего, на ней не катался. Что хочу сказать после последнего нашего заезда, то есть предыдущего гонки, где мы финишировали 23-ми, я в личном зачете вообще не числюсь теперь. То есть, ну, вернее, в первой десятке или сколько там, я не знаю, 15 первых 10 претендентов меня там вообще нету. То есть... Я хз, на какой я позиции, и вообще ох, три тачки в ряд, вы смотрите, где еще такое можно увидеть? Мы вклинимся к ним. Нет, не вклинимся. Или не вклинимся. Ох, блин, я думал, чувак, ты там останешься на самом деле, но нет. Ему удалось каким-то образом вырулить, видимо. Пока мы неплохо себя показываем, кстати. Тьфу-тьфу-тьфу, три круга ехать на этой трассе. И пока я еду не первым, я хотя бы могу ориентироваться по ребяткам впереди меня, как мне надо тормозить и так далее. Классный, классный туннельчик. Вот это да, вот это выход из туннеля. Это место мне очень серьезно напоминает место из трассы в Абу-Даби. Ой, блин, Абу-Даби, Азербайджане. Если вы понимаете, о чем я, Формула-1. Очень неуклюже я вышел, но в принципе первый круг и я второй, это довольно неплохо. Впереди еще два круга, значит шансы есть. Как, например, в предыдущей гонке, когда я на последнем повороте просрал все, блин. Так что здесь может повториться эта история, я так думаю. Какие-то волны. Все. Все. Все кончено. Все кончено, блядь. Да ребята, уебитесь вы. Все, он не едет. Все. Походу мы разъебали тачку. Все, ребята, это финиш. Ну, блин, не, я бы доехал до финиша, честное слово, но я предлагаю перезагрузить именно эту гонку. Ну, потому что, блин, я не знаю. Еще два круга я не смогу доехать так. Поэтому давайте перезапускаем. Очень не понравилось мне то, что я только что сделал. Я бы принял это, если я просто бы сошел с дистанции, разбился, и как бы гонка бы на этом закончилась. Но так как мне предложили проехаться еще два круга на первой передаче, это было очень тупо, и я отказался от такой перспективы.
от такого челленджа. Вот так мы разом выходим на вторую позицию. Ох, поймал. Пока вторые. Не хочу даже ничего говорить. Атакуем. Сейчас подъезжаем к нашему любимому туннелю. Шикарное место. А теперь подъезжаем к нашему повороту из Гран-при Абу-Даби. Баку из Формулы 1 трассы. Очень похоже это место. Мне оно прям очень сильно напоминает Азербайджан. И еще два круга. Мы пока что первые. Что не может не радовать, конечно же. Конечно, не стоит говорить гоп, пока не перепрыгнешь, потому что в прошлом этапе, как вы можете помнить, я сошел буквально на последнем, во время последнего поворота. О, хорошо, что не повредился. Мне сейчас повреждения ой как не нужны. Мы заканчиваем последний круг этого гран-при. Гран-при Бразилии, если не ошибаюсь. Так вот, ничего значимого вообще не произошло. То есть мы просто как ехали, так и ехали. Вот, остались первыми. Очень удивительно то, что нам эта трасса подходит. Предыдущие трассы нам не подходили. И, ну, собственно, вот так вот мы сейчас финишируем первыми. Но думаю, что мы будем максимум в личном зачете каким-нибудь там восьмыми, наверное. Потому что нас не было даже в первой пятнашке. Как-то так. Неудачно складывается этот чемпионат. Потом, наверное, переиграем его на другом, на другой машине какой-нибудь. На это как-то не сдалось. Финиш! Первое место. Так, чемпионат закончился. Мы в личном зачете фигурируем на 15-й позиции. Вот так вот. Не задался у нас этот чемпионат, как уже говорил. Обязательно его переиграем, но в следующий раз. Вот такое вот видео получилось, не самое лучшее, наверное, соглашусь с вами. Но если все-таки оно вам понравилось, ставьте лайк. Если нет, что же делать-то, ставьте дизлайк. Вот так вот, оставляйте комментарии, если есть вам что написать интересненькое. Ну и напоследок, если вы здесь оказались каким-то боком впервые, и вам нравится тематика автоспорта, и может быть не только, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!